Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». В наших краях уже с середины лета начинается настоящее пекло, отягощенное высокой влажностью. В тени 36, от относительно близко расположенного моря, тут всего 15 километров, в воздухе постоянно висит дымка водяного пара. Жуть! Если при такой погоде на кухне готовить, то от включенной плиты жар добавляется к вот этой уличной погоде, и кондиционер просто не справляется. Поэтому я все чаще стараюсь готовить еду в это время года на улице. Причем выбираю рецепты очень быстрые, чтобы как можно меньше находиться вот в этой атмосфере. Сегодня хочу приготовить шашлычки из бараньей печени, она очень быстро готовится. Но начну я не с шашлычков, а с салатиков. Это у меня белый сладкий лук, нарежу его потоньше. В чашку. Немного соли и чуть-чуть яблочного уксуса. Это у меня хороший яблочный. А, это классно яблоками пахнет. Даже, наверное, не яблоками, а яблочным соком. Таким, знаете, кисло-сладким скорее. Лук вымять, чтобы сок дал. Отлично. Теперь сладкий перец. Надо нарезать также тонкой соломкой. Вот этот сорт продается в наших краях под наименованием «Итальяно». Он не особенно сладкий, но остроты в нем нет совершенно. Обязательно чили добавить. Вместе с семенами, потому что чили у меня, к сожалению, не особенно острый. Масло оливкового Extra Virgin, ароматного, с горчинкой. И перемешать. Все, салат готов. Еще к шашлычкам хочу молодой баклажан запечь. Опять же, масло и соли немного. И вот сейчас займусь шашлычками. Молодая баранья печенка никакого маринования не требует. Чтобы быстрее приготовил, срежу совсем маленькими кусочками. Буквально на один укус. Она в нашем лабазе продавалась сразу в таком виде, нарезанная тонкими ломтями. Если барашек не совсем молодой, то с печенки пленку лучше снять, ну, которая на поверхности, но это не мой случай. Палочки примерно полчаса в воде лежали. По идее, с печенкой, да еще нарезанной, так мелко. Вымачивать шпажки не требуется. Шашлычки быстро готовятся, палочки не успеют сгореть. Так, присолить. Черного перца немного и молотые зиры. Ну вот и вся подготовка. Можно приступать, да и угли уже готовы. Хоть и быстро все происходит, но все равно жарко, очень жарко. Красота какая, отлично. Встретимся с вами уже во время пробы.
Вот такой натюрморт получился. Взял в магазине такие лодочки, потому что они посимпатичнее, на мой взгляд, чем тортильи выглядят. Ну, это которые я здесь вместо лаваша использую. Так, что касается вкуса. Молодая печень малого барашка – это сказка. Она сочная, она нежная. Она мягкая, она быстро припекается. Самое главное – печень не пересушить. Вот только-только розовый цвет начинает уходить, сразу снимаем с огня. Ну, на разрезе розовый цвет начинает уходить. Сразу снимаем с огня. Она за счет запасенного тепла дойдет уже у вас на столе. Ну и есть нужно, естественно, только горячими. Так, теперь по салатику. Салатик. Сладкий лук. Острый лук. Вкус яблочного укуса. Кисленький такой, с яблочком. Чудо. И чили-перец. Обалденное сочетание. Обалденное. Ну и баклажанчик. Как бы мне его здесь его свернуть так в эдакий ролл. Ножа с собой не взял. Ну ладно, буду так. Обалденный, вкусный летний обед. Овощи, печеночка, салатики. Просто чудо. Короче, готовьте и наслаждайтесь. Я скорее побежал в кондиционированное помещение, потому что жарко и с меня уже течет. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока!